город. Добрый день. Вот пришли мы тут недалеко от площади. Называется площадь Марии Терезии. И все, естественно, вас не знают. Вот тут вот, вот такое кафешко. Прикольно. Угу. Сидеть, покушать. Чисто такая уютная обстановка. А самое, что мне больше всего нравится, вот Наташа, мне... Вот мишницель 6 из бух 8,90, нет? Ну, вот он есть. Самое, которое меня прикалывает, вот такой вот обстановка, что... Прикольно, так люди выходят. Ну, что ты хочешь сказать? Все? Ну, что я могу сказать? Я говорю, вот советую вот эту вот кафешку. А ты пробовал? Да, конечно. А что вот это написано, 2 евро? Это я не знаю. Субис. Не знаю. 1 евро стоит.